Андрюха, а не Серега. Ой. Андрюха. У нас до этого Серега был. У нас до этого Серега был. Мы что-то мы уже привыкли, Серега, Серега. Понятно, все с вами ясно. Ну иди купайся тогда, мы без тебя справимся. Блин, я, наверное, перепил уже. Это мы за Серегу пили, а это за Андрюху. Давай, Андрюха. Окей. За Андрюху. Ну, гулять-то гулять, правильно? Ну, если по чуть-чуть, мне завтра за руль. Ну, ничего страшного. Ты сказал, белых людей не трогают на Шри-Ланке. Ну, если едешь нормально, не езжай. Ну, ты змейка не катайся, все будет отлично. Учитесь, как надо открывать пиво. Огонь, да-да-да. Огонь, Андрюха молодец, Андрюха жжет. Мне хочется посмотреть на его руки, чем он там сидит. Мы с Андрюхой встретились. Сейчас по пивасу обмываем на нашу встречу на Шри-Ланке. По второму уже разу. О, мартыха бегает. У нас, кстати, эти мартышки вот здесь вот на деревьях. Что-то сегодня убежали куда-то. Мам, я тоже это хочу. О, обезьяна пиво хочет. Угости обезьяну пивом. Она пиво любит, пиво любит. Андрюх, угости обезьяну пивом. Да это он сказал, ты его не слушай, он... Андрюх, ты круто смотришься, конечно. С обезьяной на голове пивас, это вообще крутяк. Обезьяна меня засыпь еще. Да, вот она уже готовится, лапу поднимает. Это будет у нас вирусное видео, Андрюх. Сейчас он тебя еще денег попросит за то, что на тебя насып. Здесь вот такие большие обезьяны сделают. А, обезьяна ты. Ага. О. Здорово, друг. У нас это, мы только можем с тобой пивом расплатиться, слышь, обезьян. Если ты пивом возьмешь, я расплачусь. А бабла, ой, а бабла у меня нету. Я чисто вижу, ребята, это Серега, моя большая стопа мира, его жена. Такой, почему как пришла на голову? За то, что она мне насыт на голову, я еще заплатить должен. Да? Да. Пивом? Пивом, да, пивом расплачиваться будем. Бесценно. А, у тебя о. Глаза, чтобы не поганило. Серёж, убери ее с глаз. А, слушай, у меня нос-то не казенный. Давай. Так, а что пьем без меня? Мани теперь просит. Пьем за нашу встречу с Андрюхой. О, сейчас я. Да и что-то осталось у меня еще. О. Давайте, за нашу встречу. Сейчас не отстанет, это очень маленький. Мы понимаем, что это. Мы тут при чем? Она сама на нас залезла, да, Андрюх? Это он нам должен компенсацию дать, да, за то, что нам голову испачкала. Ты, кстати, ты, Андрюх, только что помылся, а она тебя... Вообще. Смотри, у тебя бардак на голове какой. Give me your name. Yes, this is my game. Many video. Какое видео? So only looking. Да, он знает уже. Лучше к нам 100 000 раз приходить с этой манки. У нас вот свои здесь манки бегают с белой бородой, такие прикольные, большие. Вот русские, да. Павлины, кстати, у нас здесь ходят. Суки, а вы? Павлины, короче, мы поехали на сафари. Далеко-далеко отсюда, километра 250. О, массаж. Почем массаж-то? 20 долларов. 20 долларов массаж? Пару львов. Один час, да? Одного тигра. Павлина, дохрена, макак. А, потом. Я макак не видел. Давай. Не, сейчас пока мы это. Tomorrow. Надо another day. Today. Aloe vera, I have first thing to say. Нет, чувак. Если ты пьешь, ты пойдешь. Aloe vera, good
Today very hot sun. Then put aloe vera. Сегодня что-то они не это. Потом. Aloe vera you can get very cool. Good price. Natural. Yes, I put all the body. You're crazy, my friend. Yeah, everything. It's good, look at him. It's a massage for 20 euros. Yes. Okay, good. Fine. I have different kind of Я не поняла, ты что? Он уже, Андрюх, он, по-моему, уже это приготовил стол тебе. Можешь ложиться, сейчас тебе забабахают массаж. Видишь, уже все, он алоэ настоящий. Подпивайся сейчас, а массаж тебе сделает, Андрюх. Что он сказал? 500 все равно? Да, пусть там. No. Массаж. Видишь, что у тебя нос обгорел. Он говорит, сейчас мы его вылечим. Народные средства. Да, чтобы нос помазал. Я буду с клески вонючий. Да не, вонючий точно не будешь. Уверена? Не, он вкусно пахнет. Ты его попроси, чтобы он тебе, Андрюх, нос помазал. Сейчас на него как надует. А ты видео стал снимать с какого года? 16 мая 2017 года. Снимал раньше, но это канал открыл. 16 мая 2017 года. И раньше ездил, да? Столько стран. Друзья, на канале нет всех стран. Всех нет. Ну, тоже можно, значит. Да он три раза канал открывает. Заново начинал. Но было целых три подписчика. Там что с каналом опять случилось, так как я понимаю. Ну да, там. Осенькие накручивал, да? Решил попробовать. Ни одного не накручивал. Ну правильно он делает. Он тоже сейчас не накручивает. Я тоже на это дело забил. Ну как это будет, если попробовать? Вдруг удача будет. Удачи не было. Сейчас YouTube это конкретно блочит. Они делают
по-другому сейчас. Кто особо не накручивает, делают через AdWords, вот это все, чтобы тебя как-то так рекламу у блогеров заказывали. То есть сейчас можно официально обычно. Сейчас Андрюха тебя вылечит, ты из Унуатуна никуда не уедешь. Скажешь, я еще здесь на недельку останусь. Пока не вылечу. Это стоит 5 кат, как думаешь? Я думаю, возьмет сейчас 5 кат. Я думаю, не стоит. Подожди, 500 разделить на 3. 170. Да, это стоит тогда. Вот, папа, смотри. Подожди, он тебе еще чем-то там. Смотри, смотри, обрежет. Обычно кремами мажусь. Ну, алоэ вера, такое баночка. Ну, просто никогда не мазалась. Мы как-то... Но больше было массажа. Потому что они уже get burned. Now sunburn. Сейчас массаж. Да понятно, понятно, что вот массаж. И мы еще нос намажем. Yes, I do. Андрюха, нос давай свой. Don't take my knife. О, Андрюха хорошо это прямо с каждой минуты. Спроси, когда можно помыться будет. Ну, я думаю, сутки нельзя мыться. Нет, почему? Нет, слушай, питалась. Андрюх, он все твои раны залечивает. Да, он, кстати, увидел то, что вот реально вот этот кусочек не растет. Сейчас он тебе еще на 500 намажет, на спине там что-нибудь найдет. Куда ему деваться? А, ну да, надо же куда-то девать алоэ. Все. Доктор всех вылечит. Да, подарок Андрюш дал. Дайте мне мороженое. Он на сдаче тебе алоэ даст еще, Андрюх. О, это нам бесплатно дали, спасибо. Спасибо. Алоэ, кстати, хорошо от ожогов что помогает. Ну вот ожог. Мы когда обгорели, а у нас этого не было. Как называется? Пантенола не было. Мы алоэм помазались, у нас все прошло. Говорят,
О, в Унаватуне всех лечат. Приезжайте в Унаватуна. Вот, я еще не обгорел, поэтому меня еще лечить не надо. А вот Андрюхе понадобилась помощь. Вот такими средствами мазали, если там видно будет, конечно. О, спасибо. Спасибо, спас Андрюху, нашего видеоблогера. Вот. Андрюха нам теперь будет благодарен, да, Андрюха? Да, 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 да. Вот, ты к нам бы не заехал бы, и так бы все бы догорел бы дальше. Окей. Все, за выздоровление вы, Андрюха, пьешь? Нет, как бы я еще не загорала даже. Уши, уши, на вас. Уши, нос. Чтобы не получить, как Андрюха. Мы будем на Андрюхиных ошибках учиться. Продолжение встречи видеоблогера Андрюхи и Сереги. Алкоголя закупили, теперь осталось только поесть, купить. И все выжрать. И алкоголь нет. Потом еще добавки попросим, да? Да-да-да. Вулканический черный песок. Красота. Да я не иду на край. А вон там мы живем, где вон тот огромный отель, и там наш небольшой отель находится. Серега, привет. Он решил искупаться перед принятием спиртного. Андрюха, не Серега. Ой, Андрюха. У нас до этого Серега был. У нас до этого Серега был. Мы что-то уже привыкли, Серега, Серега. Понятно, все с вами ясно. Ну иди купайся тогда, мы без тебя справимся. У нас встреча видеоблогера продолжается. Видите, сколько мы здесь набрали. Шикарный, классный шри-ланкийский ром, спрайт, тут помидоры, короче, тут все, креветки, мясо, рыба, все есть. Все сожгем. На огонь. Они очень молодцы сделали. Да. Они картошку отдельно что-то положили? Отдельно, да. За нас. Хоть не пачкали. Чин-чин. Давай, Серега. Андрей. Блин, я, наверное, перепил уже. Это мы за Серегу пили, а это за Андрюху. Давай, Андрюх. Окей. За Андрюху. Мы по отдельности пьем. За Андрюху, за Серегу. А можно и за Андрюху, за Серегу и за Светку сразу. Да, Светлана? Да. Будем за Светку пить? Давай за Светланку выпьем. Поднимай бокал. Ну, гулять-то гулять, правильно? Ну, если по чуть-чуть. Мне завтра за руль. Ну, ничего страшного. Ты сказал, белых людей не трогают на Шри-Ланке. Ну, если едешь нормально, не езжай. Ну, ты змейка не катайся, все будет отлично. Кому понравилась наша встреча с видеоблогером Андреем Старцевым, лайки, комментарии приветствуются.
Подписывайтесь на канал, когда подпишетесь, жмите колокольчик, и вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео, прямых трансляциях. А в следующей серии мы с вами отправимся в Гали с Андреем Старцевым. Кстати, Андрей Старцев тоже путешествует по разным странам мира, как и я, и снимает очень много интересных видео о путешествиях. Кому интересно, заходите на его канал. Ссылка будет в описании под видео. Всем до новых встреч на новом месте.